Святочные гадания. Январь в России – самое волшебное и радостное время, полное надежд и ожиданий. Во все времена к нему относились как к пограничной зоне между старым и новым. Древнее поверье гласит, что это наиболее благоприятное время для гадания. Гадание у славянских народов хронологически связаны с периодом зимних святок. Это время с рождественского сочельника по крещение, когда святочная нечисть особенно сильна. В это время становятся доступными для контакта неземные силы и духи. В прошлом люди пытались использовать эту возможность, чтобы предсказать будущее, толкуя тайные знаки. С начала 90-х годов, когда Рождество в России стало официальным праздником, гадания вновь обрели популярность. Правда, сейчас это делается в основном для развлечения. Если вам было интересно смотреть это видео, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. До новых встреч!